определиться львов на Эрмитаже. Вот они страшные, мне интересно, то есть раньше были, ну вот, просто это считалось красивым в какое-то время, да, либо их делали, чтобы отгонять злых духов. Вот. И вот тоже эти же львы, но это же не просто лев, да, это прям человек-лев. Просто. А вон тот, а вон тот кто. Короче, вот это реально. Если в мифологии Геракл это лев, то, может быть, это Геракл такой и был. А вот это вот кто? Это же тоже какое-то существо, да? Смотри, он в ракушке. Ракушка. Это ракушка. В ракушке вот это лицо. Тоже странное. Оно не страшное, но оно и некрасивое. И то есть вон там другие лица. И, короче, стало в лепнине вглядываться в лица. И вон лев еще огромный просто. Вот он сейчас... Сейчас поближе подойду. Ну, короче, вот такие вот интересные моменты стала замечать. Если раньше жила в Петербурге, вот эти вещи не замечала, да, видела как бы в общем картину. Вот это вот еще больше он похож на льва. Еще больше, меньше на человека похож. Интересно.